Друзья, опять время у нас 6:30. Вы посмотрите, как ярко и светло на улице. Помимо того, что у нас снег понавыпадал, и завтра обещают целую кучу снега. Я взяла деньги. Дети, не орите. Tomorrow никто никуда не идет, Эдо. We're going to Lior's house. Нет, это не завтра. What? Lior к нам идет. Oh, yeah. Вот, в общем, короче, это, ребята, посмотрите, как светло. Время 6:30 вечера. Я полностью вне себя. Я просто вообще не могу понять. По времени вообще дезориентир полный. В общем, Костя приехал с работы, и я решила взять деток немножко, как я и хотела, в библиотеку. Все-таки, чтобы, ну, немножко развеяться. Целый день были дома, сейчас эти холодные погоды, не выйти, нос на улицу не показать. Поэтому сегодня мы едем немножко в библиотеку. Посмотрим какие-нибудь книжечки, может быть, какие-то диски. Детки немножко там поиграют, да, Эдоша? Yeah. Вот, мы с Габи вместе все едем, все вместе вон там. Папа приехал с работы, он отдыхает. Вот. Мама. Да, папа сейчас будет кушать. Я сварила супчик и картошку в мундирах, но второй уже мы будем есть все вместе, когда я приду. Я сварила в мундирах картошку, я ее потом так порежу на несколько частей, прижарю и пожарю свиные стейки. Такие стейки, это громко говоря, из вырезки свиной, такие отбивнушечки, можно сказать. И салатик сделаю, это уже когда мы придем. Так вот, сейчас мы пойдем вот это в библиотеку, проведем там какое-то время, а потом мы поедем, в конце не пойдем в Йогуртис, пойдем просто в Нофрил, купим мороженого, к мороженому чего-нибудь. Дошенька. Нет, Эдоша. Папа тоже хочет покушать мороженое. Поэтому мы пойдем в магазин, возьмем мороженое. Я к тебе к мороженому еще разрешу купить сироп какой-то, хорошо? So I can make my ice cream sundae. Да. У нас будет не сандэ, у нас будет манды. Не с макаронами, а просто actually, с печеньками. Да. Хорошо, да. Вот, в общем, короче, купим все для того, чтобы кто там сам мастерил себе какое-то типа мороженое с добавками. В общем, короче, одним словом, а сейчас мы направляемся в библиотеку. Сегодня день был у меня занятый, но, к сожалению, не на камере. Готовлю то, что я готовлю, о чем я скоро уже скажу. Вот. И все пока что. Так что покажу вам, что мы сможем увидеть в библиотеке. Я думаю, что людей будет прилично, потому что все такие умные, как я, и хотят хоть что-то как-то своих детей развлечь на каникулах. Да, Бук с Габочкой, ты уже узнала, что мы в библиотеку приехали. Вот, ну не то, чтобы прям видно много машин, но есть. Так что, отличненько. Сейчас погуляем по библиотечке. Мама тоже себе возьмет какие-то книжки. А то я в последний раз была, взяла только лишь то, что нужно было по делу, а для души ничего не взяла. А для души важно взять чего-нибудь. Во-первых, я люблю аудиокниги. Аудиобукс все брать, потому что они... Не нужно читать. В машине едешь, включил себе и слушаешь аудиокнижку. Все, ладно, включаем эту сонг и выходим. Хорошо. Хорошо. Еще ты брал, у тебя же есть этот, кто ты взял, кого в прошлый раз? Big Nate. Габи будет рисовать? Finding Dory, да, молодец. Ты можешь снять курточку и пойти посмотреть, что здесь есть в библиотеке. Ну, по крайней мере, расстегнуть ее, потому что я не хочу носить курточку твою, Доша. Окей. Ну, давай. Красивая Дори у Габочки. Даже мама здесь пыталась что-то рисовать. Сейчас, кстати, пошла, заказала себе GoPro. Здесь можно заказать GoPro камеру. Но их всего лишь 5 штук на 5 библиотек, и они крутятся между собой все. И я заказала. Она говорит, да, это делаешь реквест как на книжку и ждешь. Когда придет, тебе придет мейл.
Но проблема в том, что я говорю, а сколько? Она говорит, ну тут много человек в листе ожидания. Я говорю, сколько человек? 15, 20? Она говорит, 60. 60 человек ждет. То есть я 60, 61. На 3 недели можно брать. Она говорит, ну, возможно, кто-то будет меньше пользоваться и так дальше, но я поняла, что прилично ждать. Так что, ребятки, вот такие дела. Мяу. Мяу, а это что у нас? Кто это? Как ты думаешь, кто это? Так, папе, давайте всунем руку сюда. А у это папе. Привет, Капи. Привет. Ой, какая хорошая кися. Ой. Она полизала собачку. Привет, Габи, привет, привет. Скажи хай. Хай. Идо бегает по кругу, сидит, читает и перебегает к нам изредка проверить, что мы никуда не делись. Еще чуть-чуть посидим и пойдем. Ой, там плохо видно. Вот она там спит. Спит черепашка. Здесь даже живой уголок маленький. Она маленькая, она устала. Все ее там смотрят целый день. Она устала. Пошла поспать. Да, там она пьет, тут она кушает. Я взяла, еще немножко почитаю. Нашла себе. Я там взяла журнал. Психология какой-то журнал. Полистаем. Закрыть крышечкой. И два взяла аудиобук. Не, Доша, мы уже сейчас будем идти. Вот две. Тайный дневник девушки по вызову. И счастливые люди читают книжки и пьют кофе. И сейчас полистаем этот журнальчик еще. Hello everybody. Today we were just in Oak Grills. And we were buying stuff so I could make my an ice cream sundae for myself and the family. So here is what we bought. So first we bought these waffles or whatever they are. We bought these waffles so then we could just put them in. We're gonna put them in tight so they don't like pop out, so it's gonna be hard for our teeth. Then we got some cookies, we're gonna do the same thing as the waffles. The marshmallows could be sticking out. And then these aren't like normal chocolate. No. These aren't like normal chocolate chip. These are like just like swirled milk and white chocolate chips. I do not like normal chocolate chips. My mom asked, should we get these? And I'm like, okay, because I don't like normal chocolate brownies. And that's it. And then this is not it because we still bought vanilla ice cream. But then we bought this. We bought strawberry syrup. So we could just pour it on so it makes it like taste better. And then finally, Gabby, you're not doing it yet. You could put the chair back. Finally in the kitchen is... Yeah. It's in the yogurt. So we bought a vanilla ice cream. And yeah, so that's all we really... So that's all, Gabby. No, it's gonna break it. And technically, that's all I bought. So bye bye, and see you after we eat. So we're gonna be making it after we eat potato and chicken. Bye bye. Все, покушали, а сейчас мы будем готовить мороженое. Давай. Эй! Нет, ты потом выпьешь. Каждый сам себе делает его. Так, что ты хочешь, Габи, здесь? Вставай. Бери, накладываем. Не-не, встань, Габи, встань на стульчик, встань. Не-не, куда ты пошла? Встань, залезь на стульчик, будешь сама себе делать. Помоги ей положить мороженое, Костя, она не понимает, просто что мы хотим. Кен, Габи. Кен, Габи, давай мороженое первое идет. Еще. Хватит для нее на сегодня. Так, что ты хочешь себе добавить? Так, красиво, что еще? Не, хватит, много не надо их. Так, что еще ты возьмешь? Так, чуть-чуть, Габи, чуть-чуть. Это много, Габи, так. Да, печеньки. Так. Так, молодец. А полить сиропчиком покажи. Такое будешь?
Да. Ну, твоя ложечка. Я уже открыла. Вот так надо? Да, ну вот так выливаю сиропчик, только немного. Все, хватит. Все, Габи готова. Иди кушать. Иди кушать, идем. Я вот себе такое тоже всего от всего выбрал в свой микс. Идем нямкать. Видошки на время делать creation. Даша, у меня знаешь, что для тебя еще есть? What? Для тебя у меня еще есть экстра. Добавка, которая не будет ни у кого. What? Sprinkles, хочешь? Mm-hmm. Возьми себе сначала на ладошку. Не, подожди. А, да, тут открыто, смотри, да. Вот так себе насыпь чуть-чуть. Вот так держи. И сыпь. Угу. Угу. Вау. Как красиво. Ну и да. Тебе нравится твой creation красивый? Look at this. Как красоте. А маме и мама сама сделает себе? Ты не хочешь маме делать? No, yeah, you can make it. Хорошо, ну иди. Does that work? Я просто думала, что ты просто хотел сделать. It's okay, кушай.